Сезон белых ночей завершен. Сегодня в Северодвинске Горсвет включит уличные фонари. Они зажгутся в 22 часа 49 минут. За лето Горсвет заменил 29 световых опор вместо старых воздушных линий, натянули 4 километра нового самонесущего изолированного провода, отремонтировано и заменено около километра кабельных линий. Кроме того, предприятие меняет старые ртутные светильники на новые с натриевыми лампами. За месяц устанавливают порядка 30 штук.